Их называют достоянием и основой благополучия республики. Сегодня в Казани награждали лучших руководителей года. Имена топ-менеджеров прозвучали на торжественной церемонии. Репортаж Василия Хузина. Жюри признались, выбирать было сложно. Кандидатов немало. Это и те, кто помог с универсиадой и с общим вкладом в экономику республики. Поздравляя всех руководителей, президент особо выделил двоих – Владимира Бусыгина и Шафагата Тахаутдинова. Благодаря Татнефти в республике построили 16 ледовых дворцов, 19 кортов и много других объектов, за что сегодня присвоили почетное звание заслуженного работника физической культуры и спорта. Этот человек много сделал не только для нефтяной отрасли, он поднял наш татарстанский хоккей. Благодаря вот такой слаженной работе мы имеем такие результаты. Я думаю, что хотя он переместился на другую позицию, мы и дальше будем вместе с ним сотрудничать, работать. Теплые слова благодарности звучали и в адрес тех руководителей, которые многое сделали для сохранения исторических памятников, и не только их. Я хочу, встречая Новый год, поблагодарить без исключения всех татарстанцев и благотворителей за пределами нашей республики за то, что мы с вами делаем и делаем от души для души. Татарстан богат на людей предприимчивых, инициативных, лидеров по натуре, которые не боятся ответственности, которые обладают даром увлекать людей и знают ключ к успеху. Такие кадры – наше достояние и основа благополучия республики. Всего 21 лауреат в 9 номинациях. К примеру, за активное развитие кадрового потенциала наградили руководителя фирмы «Корстон» Казани Раиса Мубаракзянова, а за высокую конкурентоспособность гендиректора «Таттелекома» Лутфулу Шафигулина. Победители поделились секретами успешного руководства. Наконец-то пришел после 7-летней работы, что у меня топ-менеджмента, у подчиненных, головах заложена философия победителей. Вот если руководитель один раз хотя бы не победил в жизни, он вести вперед своих подчиненных никак не может. Победителям вручили золотые наградные знаки, почетные дипломы, благодарственные письма. И для каждого эта награда станет стимулом для новых побед. Василия Хузина, Александр Решеткин, Вести, Татарстан.